Брестский гандбольный клуб имени Мешкова продлил победную серию в Сеха-лиге до 4 матчей. Очередную викторию чемпион Беларуси добыл в Загребе, одолев одноименный хорватский клуб со счетом 24-21. Самым результативным в составе брестчан стал забросивший 6 мячей Янко Божович. Благодаря этой победе БГК переместился на 3-е место в турнирной таблице. В заключительном поединке выездного турне гандболистам с берегов Буга 18 декабря будет противостоять словацкий «Татран».